Новосибирских пловцов, двукратных победителей континентального первенства в Хельсинки, сегодня поздравили в мэрии. 18-летний Даниил Марков, кроме золота в эстафете, завоевал бронзовую медаль в заплыве на 50 метров баттерфляем. Первенство оказалось насыщенным. Даниилу приходилось преодолевать по 5 разных дистанций за один день. Уже осенью молодого пловца ждет поездка в Латинскую Америку. Будет известен состав на юношеские Олимпийские игры в Аргентине. Ну, ожидаемо, что я в них включен. И вот с начала августа будем начинать подготовку уже целенаправленно только к ним. Это сбор в горах, это сборы на море, это 2 тренировки в день в течение вот 2,5 месяцев до игр. От национальной команды мэру города, как любителю плавания, подарили шапочку с европейского первенства и набор полотенец сборной. На тех же соревнованиях сибирячка Екатерина Никонова победила в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. По словам тренера Екатерины, 15-летняя спортсменка подает большие надежды. Еще минимум 2 года она будет заниматься в муниципальной школе Олимпийского резерва. Мы ставили с Катей задачу просто попасть в национальную сборную, в эстафету пробиться, с чем мы, в общем-то, и справились. В апреле месяце мы отобрались в эстафетное плавание 4 по 100 и прошли сборы, выступили достаточно неплохо для себя. Катя самая младшая участница в команде. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!